Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений. Оперативную обстановку в округе, реализацию программы «Доступная среда» и другие вопросы обсудили на заседании. 1600 раз люберчане обратились за помощью в управление МВД за последние 7 дней. Полицейские возбудили 36 уголовных дел. Самые громкие происшествия зафиксированы в Малаховке и Люберцах. Поселок Малаховка, улица Советская, было разбойное нападение на дом, где неизвестный под угрозой зашел в дом, забрал золото на 500 тысяч рублей и скрылся. Сейчас проводится проверка. И в пятницу в Ухтомском отделе полиции был задержан сбытчик, который раскладывал закладки, узбек, таджик, то есть где-то 500 грамм героина у него было изъято. Тоже проводится проверка, и данный товарищ задержан, арестован. На минувшей неделе сотрудники пожарной охраны осуществили по сигналу тревоги 34 выезда. Участвовали в ликвидации 5 пожаров. Все происшествия обошлись без жертв. 2 в жилом секторе, это 14 октября, СНТ «Зеленая зона», дом на 4 семьи, в результате пожара обгорела квартира. Чуть позже поселок Томилин, улица Пушкина, дом 30, дом на 3 семьи, частный, обгорела комната. Работа не стоит на месте и на муниципальных дорогах. Ежедневно велась очистка проезжих частей и тротуаров от мусора. Для этого задействовали 72 дорожных рабочих и 26 единиц спецтехники. В рамках программы «Доступная среда» проведены работы по занижению бортового камня на пешеходном переходе на улице Наташинского, дома 16. На улице 8 марта выполнили ремонт тротуара и съезд во двор. Общая площадь ремонта тротуара составила 207 квадратных метров. Также на совещании стало известно, что начаты работы первого этапа благоустройства Малаховского озера. Срок окончания 1 июля 2020 года. Мария Кузьмичева, Валерий Абсалямов и Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.